эксперт Комитета Государственной Думы по работе с общественными объединениями и религиозными организациями, автор и руководитель международного проекта «Неопалимая глубина» Николай Иванович Калякин. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно, что сегодня я присутствую на этом славном мероприятии. Ведь это не просто 130 лет великому писателю. Это еще праздник преемственности поколений. И поэтому очень приятно, что вот и мы как бы попали, участвуем в этом мероприятии. И разделяем вашу радость по этому поводу. И очень важно, что хотя бы, хотя, так сказать, немножко и подзабыт наш великий писатель в большой литературе, но то, что его помнят на родине, то, что ему отдают дань памяти, и то, что он до сих пор влияет на воспитательный процесс молодежи, даже на генном уровне, это очень замечательно. И в связи с этим я хочу сказать большое спасибо тем, кто организовал это, и всегда организовывает, и будет, я думаю, что организовывает. Потому что это очень важно и очень сильно и мощно именно в плане сохранения традиций наших предков. В связи с тем, с праздником как-то вот так получилось, мне бы хотелось бы еще маленькое торжество, торжественное, наверное, поручение выполнить. Потому что несколько человек из нашего района были удостоены наградами, знаками, так сказать, общественного признания за ту большую работу, которую они ведут по сохранению памяти своих земляков знаменитых и по воспитанию молодежи. Я попрошу помочь мне нашего героя в России.